Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с планшетом и аксессуарами для него. В данном случае все это поступило с AliExpress, но относительно быстро, в течение 2-3 недель. Часть доставки была Почта России, а часть была Казань-Экспресс. Но единственное, стил шел достаточно долго, около 2-3 недель. И пришло это все в таком состоянии. Причем была еще внешняя упаковка, которая была измята заранее изрядно, хотя на ней было написано «хрупкая». Но это у нас все делает Почта России. Давайте смотреть сначала быстренько аксессуары, что они себя представляют. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Ну, стилус достаточно простой, стандартный. Это вам не вакуум такого плана. Есть еще тонкий вариант. Можно открутить, закрутить. Так. И ввиду того, что чехла как такового на него нету почему-то. Хотя в одной из конфигураций поставлялся чехол такого же плана, только в виде портфельчика небольшого. Ну а здесь такой вот фетровый чехол, куда можно уместить планшет и стилус. И давайте смотреть, что находится внутри у нас данной коробки. Да, приходит вот с соответствующим обозначением, то есть Philips и марка S510J. Причем эта марка фигурирует с другим вариантом процессора, а здесь у нас установлено, как вот здесь вот написано, MTK8183 на 2 ГГц, 8 ядер Cortex-A73 и графическое ядро A53 Cortex тоже. Разрешение экрана у нас 1200 на 1920, то есть Full HD. IPS экран 10,1 дюйм сам экран размером. Предполагается 6 гигабайт оперативной и флеш памяти 128 гигабайт, которую можно расширить при помощи стандартной TFT карты на 128 гигабайт, ну и в результате у вас будет 256. Написано, что глобальная версия, написано, что здесь 5000 мАч и стоит Android 12. Хотя вот под этой же маркой, имеется в виду номером, идет другой планшет с другим процессором, а именно Unisoc T610. Причем там памяти оперативной 4 на 64. Причем то же самое 5000 мАч и так далее. Причем это заявляется, что это 2023 года, хотя вот здесь вот написано, что это 2019 года. Непонятно, что из себя представляет. Плюс вот здесь вот это идет наклейка. Ну и наклеена достаточно криволасто. Такое ощущение, что и здесь это у нас идет подделка под компанию Philips. Ну, Full HD написано, IPS 5 мАч, и здесь есть две камеры на 5 мегапикселей и на 8 мегапикселей. Вот такого плана. И давайте вскрывать, что у нас находится внутри. Внутри у нас находится следующая упаковка. Здесь есть инструкция по эксплуатации, но она, как обычно, на китайском языке, которую можно прочитать только если вы возьмете смартфон, наведете камеру и при помощи Google Translate переведете с китайского на любой другой язык. И здесь есть какой-то сертификат, и также есть кабель белого цвета размером где-то около 1,80 м, 1 метр такого плана. Ну и сам планшет. Вот он такого плана. Здесь у нас есть уже наклеена защитная пленка, но здесь есть камера, дальше здесь Philips, здесь тоже защитная пленка наклеена. Указана марка, заряжается от 5 вольт 2 ампера, зарядного устройства нет, а вот, кстати, в оригинальном устройстве Сейчас мы его проверим, он оригинальный или нет. Пока еще по подозрениям. В оригинальном устройстве помимо кабеля еще идет подставка пластиковая. Если будет возможность, то я ее продемонстрирую. И здесь тоже камера на 8 мегапикселей. Давайте включать, смотреть, что там находится. Вот у нас идет загрузка. Стандартный значок Philips. И здесь можно установить соответствующий код. Вот такого плана. Это у нас тут максимальное, это у нас минимальное. Здесь я уже загрузил некоторые параметры. Давайте посмотрим, что из себя представляет. Давайте включим сеть. Здесь 2,4 и 5 ГГц. Можно здесь подключить Bluetooth, включить и подключить соответствующие. Дальше приложение есть. Приложение по умолчанию. Тут все приложения, которые установлены. Специальные доступы с ограничением. Дальше уведомления. Батарея. Аккумулятор, энергосбережение, менеджер есть, показывать уровень заряда, демонстрировать. Дальше хранилище, здесь представлено. Так, звук, различные варианты, экран. Здесь можно выбрать варианты стандарт, яркий, режим пользователя. Есть защита от синего излучения, более мягкий становится. Тему можно выбрать, яркость, обои. Тут стандартные можно взять. Ну и время отключения экрана. Так, дальше о системе. Обновление системы. Давайте проверим. Обновления системы нету. Ну, здесь можно сделать навигацию как жестами, ну и с помощью 3 кнопок обычно навигацию. Ну и о планшете. Модель здесь указана. Есть серийный номер, он совпадает с тем, что есть. Так, дальше нумерация сборки и так далее. Что у нас здесь по портам? Ну, во-первых, здесь 2 динамика продемонстрированы в нижней части. Дальше здесь есть микрофоны, сброс, дальше включение, качелька громкости, лоток для TF-карты, дальше зарядка USB-C и мини-джек 3,5. То есть здесь можно подключать наушники. Сверху ничего нету, сбоку тоже ничего нету. Вот. Давайте посмотрим AIDA. И как видим, у нас здесь странно, нету производителя Philips, а идет производитель Alps. Модель бренд Alps, а не Philips. Он сделан из 2 вариантов. Внешняя оболочка это у нас идет Philips, но внутри плата и прошивка идет производитель планшетов Alps. Android. ЦАП у нас, как видим, Mediatek. MT8183, 4 ядра по 2 ГГц и 4 ядра тоже по 2 ГГц, это 53, Cortex-A73, тоже Cortex. 12 нанометров, дальше 64-разрядная система, частоты показаны в качестве графического, то есть у нас разрешение 1920 на 1200, 160 dpi, производитель графического процессора ARM Mali G72 MP3, частота обновления только 60 Гц, стандартная ориентация, версия OpenGL показана, графического процессора тоже и продемонстрированы различные варианты. Сеть у нас Wi-Fi, показано, какие скорости может осуществить этот тип связи. Здесь 2,4 ГГц и в данном случае работает на 5 ГГц. Аккумулятор у нас на 70% разряжен, и оставшийся заряд у нас 2062 мАч. Так вот, это не 5000 мАч, а это всего лишь 3000 мАч, если мы возьмем 70%. Так, ну и скорость разрядки. Дальше продемонстрирован Android 12, ну и основные ядра функции его. Дальше устройство тут. Видим, камеры у нас две, по видео возможности, так и по фото возможности. И продемонстрированы основные характеристики графической составляющей. Так, температура 2,4,7 аккумулятора. Датчики, здесь есть акселерометр, который позволяет управлять в различных играх, приложениях. Так, ну приложения, кодеки здесь продемонстрированы такого плана. Дальше папки, системные файлы, ну и о программе. Вот такие у нас параметры в AIDA64. И давайте еще один тест проведем. Тест Antutu. Ну, как видим, здесь у нас убивает 232 896 попугаев. Так, из них, как видим, что побеждает только 1% пользователей. Показаны характеристики для процессора, для графического редактора, для памяти и для безопасности, тут обработка изображений. И вот здесь вот еще написано, что это устройство может быть рутировано, то есть подвергалось каким-то видоизменениям. Дальше здесь тесты памяти, запись, чтение продемонстрированы. Дальше стресс-тест, можно посмотреть получившиеся результаты. И давайте проверим. Подлинность устройства. Ну, оно уже проверено. Здесь он пишет, что ваше устройство является подделкой. И проверяем еще раз. То же самое, является подделкой. Сколько не проверяй. Но в результате представленных данных, а именно на спор между продавцом, продавец долго не соглашался с этой информацией, сказал, что это все подлинно. Но по итогам AliExpress принял решение, что вернуть деньги без возврата этого поддельного планшета. По идее, продавец должен еще и оплатить утилизацию данного планшета. И давайте еще посмотрим, как он себя ведет в различных сценариях, в том числе камеры, и игры, и YouTube. Давайте еще один тест рассмотрим, а именно скорости. Ну, тут установлена SD-карта на 128, ну и продемонстрирована скорости. Так, здесь SD-карта, идет сам диск экстремы. Дальше здесь продемонстрирована внутренняя память скорости и оперативная память тоже скорости. Из 6 гигабайт выделено свободно на данный момент 3 гигабайта. Вот такие вот скорости у нас продемонстрированы. Чтение и записи на внутренние и внешние накопители. Давайте проведем некоторые тестирования данного планшета. Давайте проверим. Скорость интернета. Ну и, как видим, результат. Ну и давайте посмотрим, что здесь можно рисовать при помощи данного стилуса. Ну, здесь притормаживает, но при желании можно привыкнуть к этому. Ну и вот так вот можно при помощи данного стилуса рисовать, либо производить какие-то действия, писать тоже можно вручную. Ну и давайте посмотрим, как здесь можно играть. Давайте рассмотрим, как будет функционировать 4. Как видим, до 4К 30 кадров в секунду, но и то не все можно воспроизводить на этом планшете. Ну а Full HD 60 FPS можно тоже воспроизводить 4К 60 FPS, и тем более 2К тоже 60 FPS вы не сможете здесь воспроизводить и смотреть. Вот так вот функционирует YouTube. Давайте посмотрим камеру. Вон здесь он такого плана, есть фоторежим и есть видеорежим. И что здесь можно нам произойти? Качество видео у нас только вот такое, то есть максимум Full HD 30 кадров в секунду. Микрофоны есть, баланс белого можно поменять, там либо автоматический, либо какой-то другой. Подавление мерцания есть. Дальше режимы съемки можно выбрать различного типа. Ну, здесь вспышки есть, так как здесь светодиод присутствует. Можно подключить и включить, но света сейчас достаточно. Ну и он так вот снимает. Давайте посмотрим, как в чехол помещается планшет. И можно туда же разместить и стилус. Ну и в таком виде переносить и носить. Итак, я вам продемонстрировал планшет Philips S510J, который собран из двух планшетов. Оболочка — это сам Philips, а внутренняя часть — это Alps, который не определяется как оригинальный продукт от Philips. Прошло ротирование. Единственное, от оригинального Philips S510J с Unisoc T610, 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 флеш-памятью, который выдает в Antutu, 182 тысячи с чем-то попугаев. Ну а здесь 50-60 тысяч больше. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок и распаковок.